You will never win. И снова всем привет. И у нас очередной слендер, который называется слендер Чейз какой-то. Ё-моё. А что это? Ни хрена лесочек, слушай. А графика здесь... Ух ты! Прикольный этап, мне нравится. Это лучше, чем... Опа, смотри, через деревья прохожу. Ну, это, конечно, не круто, но... А сколько здесь чего? Смотри, прям через деревья прохожу. Что это было? Что за звук был? Слышь, придурок, это что, бензопила? Слушай, давай не надо. О, это что такое? Убью. Ветки испугался. Опа! Мурашки пошли, и это прикольно. Слушай, музыка херена. Где этот тварь? А куда идти-то? В лес? Вот это, ну ладно. Что-то, я не играл в эту игру, но не... Опа! Слышь? Или ты в жопянду? О, там что-то есть, смотри. Тут тропинка, ну вот, и кило печенье, что-то вон там вижу. Блин, эх, это пуст. Пойдем по тропинке. Как там? Если долго-долго-долго, если долго по дорожке, если долго по тропинке, можно нашу по приключению найти. Опа, смотри-ка, смотри-ка. Какую прелесть я нашел. Ром, он что-то говорит, там, что-то бежать, что ли? Ну и не надо. Слушай, вот это... Пока я слендера не видел, но уже страшно. И музыка... Ой, посмотри-ка. Тропинка. Не загони, смотри, а! Так, а где слендер? Так, это... Так, а бегать можно? Да, бегать можно на шифте, ё-моё! Хорошо. Только музыка такая гнетущая, будь она неладная. Смотри-ка, тут прямо вокруг идет тропинка. Но мне что-то не очень загнаться хочется, поэтому по краю лучше не ходить. Ух ты, ёпцы-мёпцы. Ёп. Так. Ой, блин. Деревья так резко появляются. Я так чуть не отпакнулся. Так, прыгать мы не можем. Зато бегать можно. На шифте. Прикольно, прикольно сделано. Так, а надеюсь на верхотуру. Ага, нельзя. Тихо. Тихо, музыка. Музыка у нас с тобой слендер связала. Да? Так, нет этого подпадли? Как не весело-то, однако, а? А, все без слендер. Слендер! Ой, что-то... Ой, там кто-то что-то шепчет еще. Не надо! Ё-моё, ты что такая громкая музыка-то, а? Чего? Знаешь что, иди-ка в жопу. Знаете, так, культ такой. Давай. От этих звуков реально мурашки идут по коже, а? Знаете, какой-то попшин, как будто какой-то оккультист. Оккультисты какие-то. Блин, это реально стрёмно. Ну так, кстати, что интересно, персонаж так быстро ходит. Он еще бегает довольно-таки хорошо. Блин, это прикольно, но только где слендер? Кто-нибудь пугать будет, нет?
Смотрю, в лес-то, блядь, не сюда. В лес-то особо нам ходить не надо. Потому что все, что мы нашли, все было. Так, тихо. Все было в районе дороги. Так, сейчас я смотрю, как мы по внешнему ни хрена. Так, сюда не надо. Бегает прикольный звук такой. Где-то полу. Эй! Такие таракани бега какие-то странные. Где этот урод? Ладно, мне похер, где этот урод. Главное, на него бы не выскочить. По-моему, мы бежим гораздо быстрее этого урода. И что интересно, откуда это я вышел? Бляха, мухал сюда, мне кажется, я зря вышел. Эй! Сука!
Где ты? Москва, Воронеж, хрен догонишь. Здесь главное самому бы не забегаться бы. Нет, не жди сюда. И на него случайно вот так вот не выскочить. Так, а вот сюда. Показалось. Куда? Туда. Бегаем чисто по дорожкам. А где этот придурок, реально? Эй! Ты где, сука? Я что-то сбился с пути. А где этот Пабло? Пабло! Ты где? Эй! Мне скучно без тебя, Слендер. Где ты, тварь? Торо. Не, ну реально, здесь. Блять. О, опять это поле. Картошки бы хоть посеял, а? А ты живешь здесь один. Чем ты питаешься, блядь? Чем Слендер питается, как вы думаете? Так, в какую сторону рванем? Эй, рванина, где ты? Что за бред? Сначала мне понравилось, а сейчас я уже не понимаю, что происходит. Да где ты, а? Может, я так убежал, что он уже потерял меня? Слендер, ну ты же знаешь, что это невозможно. Ты придурок. Ну где ты, придурок? Ты шептал мне чего-то. Я тебе надоел, да? Ну что поделать? Я такой. Блять. Вот реально бы я бегаю, а сейчас возьму куда-нибудь. Как? Влуплюсь в него. Так, я нашел 5. Записок. Где еще записки, придурок? Ты олень. Я вообще не понимаю, что происходит. Все так шло хорошо. Слендер за нами гонялся. А теперь я бегаю один тут, придурок. Слендер АУ. Ты где, друг? Ты мой сердечный. Где твои сраные записки? Кстати, я смотрю, сколько бегаю, он все не устает. Я даже не знаю, хорошо это или плохо. Так, где-нибудь видно записки на деревьях? Слендер, не тупи, блядь. Где записки, сука? Что это такое? Блять, уже реально игра скучной становится. Луна там прикольная. Ни хрена я. Что такое? Что это за холмик такой непонятный? Вандерич, ты что, обиделся? Да ну хорош. Мы все тебя очень любим. Так, это что за бредятина? Блять. Игра! Ты уже начинаешь надоедать. Тут становится реально скучно. С нашей скоростью Слендер нас не догонит никогда, если я сам, конечно, на скорости в него не врежусь. Устать он не устает. Записок мы нашли. Где-то остальные-то, ё-моё. Опять это поле.
он уже все отбежал. Все, что можно. Все, что нельзя. Сколько здесь полей. Там, да, большая такая локация-то. Это, конечно, прикольно. Но все же. Где без сундук? Где без записки? Сундырич! А сундырич! Сраный дырич. Он даже задом бегает быстро. Бегает, как тараканы. Ежики, знаете? Никогда... Я помню, у меня мама, когда я маленький был, однажды ежика мы поймали, она его домой посадила. Бляха, и он по ночам бегал, как угорелый по дому. С такой скоростью ножками там. Сядет деньги. И с такой... И ножками. С такой скоростью. Как наш вот этот вот. Не, ну что за хренотня происходит, а? Короче. Поначалу игра вот реально, да, прикольная казалась. А сейчас что-то я не догоняю. Кажись, Лендер устал уже просто за нами бегать. Либо здесь, мне кажется, либо я сам сдамся, либо я сам на него наскочу. Случайно. Смотри, я бегаю, бегаю. Короче, падла, где ты? Я, мне надоело уже бегать. Ни одной записки. Где ты? Ну где он? Ты чё, оленина? Ты чё, потерял меня, дружок? Где ты, сука? Ты где, любимый наш родной? Ай! Здорово. Пошёл в жопу. Пошёл в жопу. Знаете, я что-то уже не догоняю реально в этой игре. Слендер какой-то мудак. Не может ни хрена... Смотри. Смотри, я даже задом могу быстро бегать. А ты нет. А ты нет. Смотри, да я спокойно от тебя убегу. Потому что ты мудак. Блять. О, блять. Вот это была жопа. Еще какая жопа, блять. Не, ну реально, ну неинтересно уже. Давайте поздороваемся, пойдем. И закончим. Потому что... Записок я найти не могу, я уже все облазил здесь, все просто. Ладно, пойдемте пожмем эту бледнокожую руку. Ой, чего я сказал? Куку, какую куку? Пойдемте пожмем эту бледную руку. Эй, бледнолицый брат, ты где? Хочешь сказать, что я теперь тебя искать буду, да? Угу. Нихера. Слушай, а мне понравился тот бугорок. Может, там на бугре что-нибудь есть? Грейслендер, дай-ка я посмотрю, что там на бугре есть. Блять, я его потерял, этот бугор. А на бугре ни хрена нет. Ладно, надо заканчивать. Потому что, ну реально, неинтересно, нашли мы 5 штук. От Слендера тут очень реально убежать. Не вечно же здесь бегать. Так стоять. Опа, а это куда? Это что за ответвление здесь? Ага. Ничего, понятно. Так, бугорочек. А, мы же здесь были, простые. Я вот не пойму, он здесь как-то случайно респавнится эти записки-то? Или в определенной точке их нужно искать полдня? Лен!
да. Я сдаюсь, я больше не могу в эту хренотень играть. Выходи. Выходи, я побегаю здесь пока по кругу. Слендер, выходи. Выходи, подлый трус. Обнимемся, как в уши добрые времена. Старые добрые времена. Где ты, падла? А вот интересно, мне кажется, даже если я по кругу так буду бегать, он меня не догонит. Ну вот реально. Может, я где-то пропустил эти сраные записки, я не знаю. Ухуй! Ты что, щелкнуло? Ты что, стрельнуть у меня пытался? Ну ты подал. Ладно, где ты там? Подожди, где он? А, вот он. Ну все, дружочек, давай обнимемся. Может, я нахуй? Ну, здесь он. Что это? Ты что, металлический, что ли? Ладно, давайте здесь закончим. Здравствуй, Слендер! Обнимашки! Да! Иди в жопу! Давайте здесь закончим. Это был Слендер. Как его там? Ну, короче, просит, я не помню, как он называется. Поначалу немножко показалось ничего. Но сейчас что-то уже не то. С вами был Джимми Сил. Всем спасибо и всем пока.